Добрый вечер, Ирин. Скажите, пожалуйста, как рассчитать общий вес кэнди-бара? Торт будет отдельно. Слушайте, ну кэнди-бар это на самом деле такая не обязательная вещь, честно говоря, и рассчитывать общий вес его, честно, ну его не нужно просто, могу сказать, потому что кэнди-бар это то, что не кушают абсолютно все. Кэнди-бар он делается либо для красоты, для фотосессии, либо для того, чтобы детишки там перекусили. Я не знаю свадеб, где съедался бы весь кэнди-бар. Не знаю таких свадеб. В основном это все ставится, знаете, вне зависимости от количества гостей, просто ставится там какая-то определенная часть угощений. Там, такое-то там 10 штук вот этих... Скажите мне, ну неважно, в общем, 10 штук таких угощений, 10 штук таких угощений, 10 таких, то есть это, там нет такого, что так, нужно рассчитать обязательно, чтобы всем хватило, такого нет, это не фуршет, это не банкет, это просто украшение, и чаще всего люди даже не подходят к нему, потому что кэнди-бар на фуршете, это абсолютно бесполезная вещь, я могу сказать, потому что когда люди хотят кушать, когда люди приезжают на мероприятие, на фуршет, они не идут к сладкому, они идут к мясу, они идут к канапешкам, они идут к таким, к еде, в общем-то, к нормальной еде, к полноценным закускам. А вы уже скачали файл, который я приготовила для невест, организующих свои свадьбы самостоятельно? Нет? Тогда бегом в описание. Они не идут к сладостям. К сладостям они максимум подойдут в конце вечера, после того, как там, каждому раздадут кусочек тортика, и каждый получит там, чай. Это максимум происходит так. Может быть, в середине вечера кто-то подойдет, что-то там, какую-то конфетку съест. Но так, чтобы кэнди-бар съедался, его нужно рассчитывать. Ребят, нет. Ну нет. Это повторюсь, это чаще всего все-таки просто оформление, это чаще всего просто элемент декора больше, нежели какой-то отдельный элемент вкусня, который нужно рассчитывать, да, какой-то отдельный элемент банкета. Нет, это элемент декора, это делается для детишек, это делается для того, чтобы было красиво, это делается для того, чтобы, может быть, пройтись там конфетку скушать, но рассчитывать его и серьезно, там, чтобы каждому хватило по конфете, не стоит. Некоторые делают, слушайте, у нас было такое мероприятие, где было там порядка 100 человек, кэнди-бар был абсолютно малюсенький, то есть его сделали, просто вот он был, понимаете, и мы думали, так, наверное, все равно каждый захочет подойти что-то съесть, и он остался, я могу вам сказать, он остался, там был малюсенький стол, там было по 5 угощений, по 5 видов, сейчас скажу, видов было, наверное, штук 7 все-таки, а в каждом виде угощений было по 5 там, штучек того, сего, там прянички какие-то и так далее, он остался, его не съели, потому что, повторюсь, это чаще всего элемент декора.